Здравствуйте, дорогие телезрители! Я рада вас приветствовать на канале Shop and Show, особенно, наверное, телезрительниц. Сегодня, потому как хочу представить вам совершенно потрясающую модель домашнего платья-халата под названием «Летний букет». Представлено у нас это платье в хорошем, очень размерном ряду для женщин 50-56. И давайте поподробнее посмотрим. Ну, во-первых, выполнен этот халат из кулирной глади. Что такое кулирная гладь? Кулирная гладь – это самое лучшее трикотажное полотно. Оно самое тонкое. Оно на 80% состоит из чистейшего хлопка. Оно тонкое, оно дышит. Это не вызывает аллергии, что очень важно. А вообще, очень часто из кулирной глади детям шьют одежду, вот маленьким грудничкам, потому как состав этой ткани наилучший. Она приятная на ощупь. Я еще хочу обратить внимание, что она очень правильно тянется, не растягивается после стирки, создавая какие-то кошмары, а не одежду, а она немножко тянется у нас по горизонтальному шву и совсем не тянется вдоль. То есть платье не будет деформироваться, оно всегда будет хорошо на вас сидеть. И теперь обратите внимание, что, напоминаю, компания Vestal, мы уже ее знаем, да, она шьет по российским ГОСТам. Но опять же, хотелось бы обратить внимание ваше на то, чтобы вы могли примерить на себя и примерно понимать, какой рост, какая длина изделия. Я сантиметр прикладываю к спинке и измеряю длину изделия. У меня получилось 115 сантиметров. Это у меня здесь в данный момент 50-й размер. И хотела бы еще обратить внимание, что представлена у нас модель в отличных цветах на выбор, то есть на любой вкус. Вот есть серая с такими красивыми яркими красными цветами, с белыми лепестками. Это серое платье-халат. И второй цвет – это оранжевый с бабочками, яркий, солнечный, то есть очень красивый. И опять напоминаю про Vestal, то есть ту компанию, которая для нас сделала такой подарок, для нас, женщины, что мы дома были красивыми. Очень высокого качества изделия, выполнены все по ГОСТам. И, например, такая деталь, которую очень редко вы встретите где-то в других магазинах, выбирая себе домашнюю одежду. Здесь есть, например, такие вшитые подплечники. Зачем они нужны в халате, скажете вы? А я вам отвечу, для того, чтобы даже дома выглядеть красивой и вещь, чтобы сидела очень отлично по фигуре. И чтобы не быть голословной, я позову к нам Ирину, и вы посмотрите, как это сидит на самом деле. Здравствуй, Ирина. У нас у Ирины как раз-таки, вот смотрите, у нее 170-й рост и 52-й размер одежды. Чтобы вы понимали на себя, как бы каждая женщина примерно видит другую, понимает, как сядет это на ней. Вот, пожалуйста, вот они, эти плечики, которые стоят. Какие аккуратные плечи получаются у Ирины, несмотря на то, что 52-й размер одежды. Казалось бы, они должны быть очень сильно покатыми. Нет, они делают остренькие, воздушные, то есть она кажется еще изящнее и стройнее. Воротник у нас в халате представлен, называется он правильно апаш, то есть он на запах, вот вы видите, он такой откидывается в сторону, то есть можно его поднять, опустить. Приспущенные рукава, то есть как будто их нет, но при этом спущенный рукав а-ля кимоно. Очень удобен в быту, то есть это очень удобно, в принципе, практично, это уже доказала как бы практика тех, кто это когда-либо носил. Дальше мы смотрим по... Мне очень приятно его гладить, это на самом деле потрясающая ткань, очень приятная к телу, тонкая такая, мягкая, очень приятная. Вот показываю запах. Вот здесь, вот где я на уровне как бы живота, здесь нет пояса, да, то есть женщины поймут меня, на самом деле это очень комфортно, когда ты здесь себе не перетягиваешь фигуру пополам. И завязывается он у нас сзади, на поясе, и делает фигуру как бы более изящной, подчеркивая талию. И дальше идет форма А, поворачиваем серию назад. Значит, в форме А расклешается и сидит, соответственно, идеально, делая вас стройной и изящной. И обратим внимание на то, что обязательно присутствуют карманы. Не может быть халата без карманов, это очень удобно. Я очень люблю этот халат. Почему на запах? Пуговиц нет, кнопок нет, молнии нет. Вообще идеальная вещь, запахнулась и пошла. Очень часто так бывает, что мы дома готовим, и нужно выбежать на улицу. Вот, пожалуйста, всегда красивая, женщины всегда красивые. Звоните в наш колл-центр, вам все подскажут, все расскажут. Работает колл-центр круглосуточно, и наши операторы всегда вам расскажут. Не бойтесь звонить, спрашивать, потому что звонки даже с мобильных телефонов будут бесплатными. А звонить надо сейчас. Почему сейчас? Потому что промо-цена 890 рублей.
Давайте звонить. Телефон вы видите на экране. Женщины должны быть дома красивыми. Вы заслуживаете быть дома красивыми. Вы обязаны быть дома красивыми. Вы же женщины.